Опаньки. Ага. Ну, здесь что делать было нечего. Позади херня. Все, серьезно? Они так отстали от меня? Правда? Рили? Really? Он у меня висел на хвосте. На хвосте висел у меня прям... Ой, коп приехал. Вы видели? Что происходит? Что происходит на заднем фоне? What the fuck? Хватит насиловать стену, интересно, он взорвется, нет? Давайте посмотрим, понаблюдаем. Тебе помочь? Ты сам справишься? Как дела? Все норм? Че там, как жизнь? Ребятки, как жизнь? Как жизнь? Я смотрю, вы не можете выехать. Вам почков не привезти? Вы уже сейчас пытаетесь выехать, просто все отлично. Все хорошо с личной жизнью? Нормально? Все окей? Вы в порядке? Я не могу сюда спрыгнуть, да? Ребятки, я на вашей машине. Все норм. Опаньки, опаньки, они... Опаньки, я помог, смотрите, видите? Видите, что мой... Моя жопа богатырящая делает? Все норм! Yes! Полиция спасена! Ура! Ура, они дальше едут служить закон... What the fuck? О боже мой. О боже мой. О боже... Приключения двух полицейских. О, вот они... Они сдохли. Твою мать. О! Мне надо его догнать и забодать. Где он? Да пошел ты в жопу, а? Вот это было брутально! Давайте я вот так вот... Танец лебедей покажу. Да, я не мог удержаться, простите. Так, а что здесь? Holy shit! Припарковался! Просто отлично! Oh, wasted fuck! Да ну в жопу, серьезно. Да откуда эти говнюки прибежали, просто обалдеть! Что это? Что случилось? О, боже мой. Я понял, игра. Я играл в GTA, спасибо. Что такое? Так. Красная камера. А чё, я думал... Вау! Просто отлично! Ну, как не любить GTA, когда есть такие цены? Просто негр бьет проститутку, нормально, избил проститутку. Фак. Нет, отъедь. Сейчас цветная реакция будет, смотрите. Просто постоим, посмотрим. О, ну вот, норм, один человек есть нормальный, адекватный. Уехал, спас их. Спас бабушку, но я вот эту бабушку взял и вытащил. Дерьмо. Ты издеваешься?
Ты издеваешься. Ты издеваешься. Сука. Простите. Но твою мать! Твою сраную мать! Просто твою мать! Вы посмотрите, где меня взорвали. Видите? Смотрите, что он делает. Только посмотрите. Holy shit. Сейчас я куда-нибудь упаду, да? Так, только не смей подниматься. Скотина! Вот же дерьмо! Давай! Пока! До свидания! Как быстро избавляться от копов. Сбросить с моста. Так, уничтожены все, значит, я могу ехать отсюда. Там. Что? Что? Так я же... Так у меня же не горела тачка. У меня ж не горела тачка, это... Слушайте, игродел то уже все, что захочет просто. Ну, и так как у меня всего лишь какой-то гепард, то... Та-та-та-та-та! Воу! Вот это было... Воу! Вот это было просто отлично! 1157. У меня, смотрите, как шикарно. Просто капец, как шикарно сейчас застыл. Посмотрите сейчас базу КТ просто с видом от третьего лица, со свободной камерой. Как шикарно ВП летит. АВП? Убийство при помощи АВП. Каменные века. Не туда, Серёж, сюда. Нет! Нет! Тут маленькая чернюшка! Нет! Нет, ну пожалуйста! О, я же хост! Ну я же хост! А, вот здесь наверху заберу еще. Я сильнее. Фак, не соберу. Ну да, все, начинается мега-еврейство. То она перебралась, да, ближе к роутеру и может стать четвертым игроком, попробовать. Ну, давай попробуем, мы как раз прошли главу. Угу. Приглашаю. То есть, вы считаете, что ее близость к роутеру влияет на то, что она отсоединяется? Да? Ну, может быть. Да? Вот твоя близость к роутеру означает то, что у тебя нет девушки. Всё. Какую-то неделю назад это утверждение было ложным. Ну вот видишь. Так нечестно. Вот видишь, роутер тебя забрал. Все честно. Нет. У меня черный экран. А, вот, загрузка. А. Или нет, стой. Зачем у нее это забрал? Она забирает шар, да, переносит его туда. Ты стоишь на платформе. А потом она тебя притягивает. Ну а как здесь вдвоем проходить? Ну, там, здесь видимо, человек помогает. Нет, не знаю! Нет! Нет! Да ты что? Что у тебя с руками-то? Илья, успокойся. Только успокойся. Ну... What the fuck? Все, он провалился. Серьезно? Шарик ушел. Он прям на моих глазах провалился текстуру. Это, наверное, самая херовая игра, да, которую покупал когда-нибудь. Я покупал всякое говно. Лучший вариант Dino Horde поиграли. Кстати, да, там, по крайней мере, багов нет. Там сразу сделано. Там 29 так, рублей. Ты 4 копии. Там сразу сделано все так, что там один сплошной баг, все. Давай, делай. Ты внизу... What the fuck? Что это, Сережа, у тебя тоже было то же самое? Я тоже видел. Ау, зачем мне зачем ты это сделал?
Оно само, честно. Стой, стой, никуда не ходи. Отойди от края. Тебе слышно? Вообще отойди, подальше отойди. У меня вопрос, а почему мы стоим и в то же время бегаем? А реально? А мне все норм. У нас иконы. Просто посмотрите. А ну вернитесь обратно, вернитесь обратно. Жесть. У нас нет, у нас нету ничего. Серега, у тебя есть? Я даже скриншотила, если что. Я тоже скриншотила. Вау, у вас глюки, капец. У вас может что-нибудь женское там, какие-нибудь приливы, отливы? Что? Наши приливы, отливы тебя не касаются. Только я не возрождаюсь. Так вы встаньте. Потом... Да, вы встаньте, мы можем возродиться. Вот так вот. Возродились. Клёво, да? А, можно было и так. Короче, Дана за вас сделала работу. Дана и умерла. Да что вы делаете? Да что вы делаете? Давай. Да какого черта я? Вы все мешаете. Ой, я божественно возродился. О, боже мой. Ну я случайно задел огонек справа. Все? Нарезайте. О, все, спасибо. Что случилось? Что у меня происходит? Что у тебя происходит? Что происходит у тебя? Скажи. Попробуй не от самого края прыгать, а чуть подальше встать. Понятно, у тебя глючит, что ли? Да вроде нет, я просто... Просто кривишь, ладно. Это место должно проходить за минуту. Ты вообще... Давайте я обратно пропрыгаю, пусть их перетащит. Не-не, зачем? Канате. Зачем ты-то? Ты-то зачем? Вернись! Нет, вернись обратно. Вернись! Пожалуйста! Не, Дана, а зачем ты на... А ты зачем ты там нужна? Сережа, мой... Не, а зачем? Тут как бы... Я стою уже на этой платформе. А, во! Точно! Все понятно, давай проходи. Вика, проходи по этой. Я понял задумку. Если у Вики не получается перепрыгнуть, то переведем. Вика, у тебя все на минимуме? Еп. А? Сразу видно, кто больший фанат Лары Крофт. Я. Неправда. Yeah. Потому что я сдох! Так. Кстати, на кнопочку. Сейчас такой карты говорит. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Что происходит? Что происходит? Вы посмотрите, где мы стоим? Где мы стоим? У нас ролик показывается, как он. У меня нормально. Он без кинематографичной камеры показывается. И снова ролик. Сейчас мне дают бесплатный first aid spray. Так, а как его забрать? Превратись в гнома! Твою мать! Как мне забрать этот... Это... Слышь? На колени, First Aid Spray! На колени, падла! На колени! Уничтожу нахер! Слушайте, как его забрать? Я могу... Какого? Может, лопатой? Лопата? Это что за говно?
Fuck you! 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 Чтоб тебя надо где-нибудь в фейс-кэнс ловил! Чтоб тебя... Я катаюсь! Уииии! Классно! Уииии! Классно! Я кончу жизнь самоубийством быстрее, чем закончу проходить эту игру. Сравнивающий слота! Кто это придумал? Какой гениальный человек! Почему нельзя сделать отдельный слот для классного предмета? Просто... Вот... Мамку у них это самое... Не... Они ж японцы, чё это я? Не-не-не-не-не-не. Скорее их мамки меня, да. Скорее они меня, когда я... Я в эту игру. Я надеюсь, больше нигде! Эта сраная рукоятка не понадобится! Короче говоря, у нас есть... Ну зашибись! Ты просто... гений! Так, давайте выберем escape план. Чего вам больше нравится? Вам нравится plane escape или boat escape, plane escape или helicopter escape? Давай бесплатный. Бесплатный? Бесплатный. Сразу видно, кто еврей. Кто убил охранника? Действительно, кто убил охранника? Зачем ты убил охранника? О, господи, как обычно, у нас ДЦП! Да как нельзя убивать? Как нельзя? Ничего не изменилось, ты даже не знаешь, что здесь есть! Что меняется, что нельзя менять! Что ты... Ну я случайно, он меня бил! Это была самозащита! Самозащита, ёпты! Я спокойно сидел в чатике с енотом. Да-да-да-да-да-да! Да, никого не трогал. Зачем ломить? Джеймеры, джеймеры. Все убежали куда-то. Неизвестная карта, я растерялся, на меня напали. Давай, Серёжа, пой. Сейчас, подожди, найду какие-нибудь текст. Давай мне это, твою любимую песенку. Душевную. Импотент, Сектор Газа. Камон. Давай, я тебе напомню. Год прошёл, как у меня он опал. Молодец, знаешь. Год прошёл, как и под этом я стал. Больше женщины мне не нужны. Мне не снятся сексуальные сны. На счёт три. Раз, два, три. Камень, ножницы. А как понять? А как понять? Так, давайте еще раз. Еще раз. Это интро было, в общем, все понятно. Надо что-то писать, как рейджер представляет. Давайте, пишите. Придумали, написали. Раз. Нет, подожди. Окей. Подожди. Ну я готов. Окей. Раз, два, три. Ножницы. Поганишь. Енот сидит. Нет, енот выиграл, наоборот. Енот выиграл. Он не бегает. Нет, или он бегает. Нет, он же выиграл. А, да, он тогда не сидит с ними. Да, выиграл. Ну все тогда. Сейчас мы на между рейджеров сейчас надо выбрать. Без колодца, пожалуйста. Подожди. Блин. Ну ладно. Ладно. Скажите, когда будете готовы. Я готов. Я готов же. Раз, два, три. Поганство, сраное, да. Срань. Все. Привет. Ногой можно было дать? Ей! Вот он! Да на тебе, козел! О! Шикарно, можно запинать зомби. Давайте в шкаф его запинаем. Можно время бить? Можно время бить и пинать. Шикарно напинал. О, можно это пнуть? Я сейчас все буду пинать, все, что пинает. Шикарно. Ты че питаешься? С пола нельзя есть! Тебя не учили, что ли, дома, а? Совсем охерело. Давай за мне просто залезть под енотом все. Вот, здесь вот и тоже. Вы видели со стороны, как глупо выглядит. Вскарабкивание.
Так, я к вам, в общем. Тоже забавно выглядит. Попробуйте спуститься вниз сейчас. Не, все, я весь уперся. Отлично. А теперь надо всем встать в ряд и посмотреть, насколько мы различаемся. Да. О боже. Реально как макаки, слушай. Рейджер провалился. Это не провалился, это скольжение. Как скользить? Во, как скользить? Скажи мне. Прокачать скилл. Прокачать. Сделай еще. Нихера вы! Кто провалился сначала по голову? Да, да. Еще раз снизу, еще раз снизу. Внизу там же, где первый раз. Сейчас, давай, давай. Сейчас на воздухе. Вот, ехал. Ну прыгай. Ладно, я пошел. Стой! Стой! Я прыгнул, не подходи! Не подходи, я прыгнул! Не подходи! Не подходи, я прыгнул! Блин, я не могу за этот порядок забраться. Начало было смешным. Серега, вот это было отлично. А то, что он лежит лицом в пол, это не оглушение, нет? Нет. Так, пойдемте в аптеку. А где вся синяя команда? Синяя команда, вы где? Вот, наконец-то, да? А я не знаю, их вообще нету нигде, они вообще в какой-то жопе все. Чё вы там делаете? Нам точку С надо забирать! Точку С забирать! Так а чё они тупят-то все? Когда тебя начинают чувствовать. Да постойте здесь, вернитесь назад, что вы делаете? Вернитесь назад, вы смотрите за точками. Ей, мы успели! Да на секунду даже меньше, ну блин, а! А я забыл, а чё так дает уровни? Флаг, сука, флаг! Спасибо, спасибо, что прикрыли. Флаг заберите, флаг заберите, флаг заберите! Флаг заберите, кирилленцы, поднимаете! Вашу мать, пятером! Вашу мать! Yes. Да куда ты, сука? На С, Дес, помоги мне. Дес, помоги мне на Д. На С. Какой тупой флаг, а? Я просто сделал шаг назад и все, и он сбросился. Хотя я стоял прям вплотную к нему. Но это просто невозможно. Да как так, а? Ну как так? Я выстрелил еще, когда, блин, через стену шел. Да как же можно? Я уже час ору одно и то же. Неужели вы не можете? Да, захватили! Все нормально! Е! Теперь срочно, на Е все, дружненько. Пиздец. На, и поднимите, поднимите их! Флаг! Я говорил сразу отступать на С! Послушайте меня! Вы что не видите? Я лидер вашей сраной команды! Я вообще лучше на сервере! Вы слушайте меня, что вам делать? Стадо! Стадо, вашу мать! Все быстро пошли вперед на С защищать! Встаньте прям. Стрейбет! Быстро на! Стрелял. Да что вы делаете-то, ёпта? Лордиман! Лордиман и Сони, возрождайтесь на мне, возрождайтесь на мне! Пиздец! Там С отхватывают. Да не, вы не бегите, вы ёптать с С-то! Да как, сука, так-то? Да как так? Ну просто Unreal! Нас больше было, нас больше было. Да пиздец, вас трое было? Четверо. Стойте на Б, только рассредоточьтесь на Б, сука, да как так-то, да не может быть, нахер вы пошли все, говорю, постойте на Б, блять, да что ж вы здесь? Я стою на Б, ну и там вся целая толпа пришла. Да, мы все пришли. Надо было стоять, надо было одному идти. Е, отвоевывайте! Заберите флаг! Флаг! А, мы выиграли! Вау! А, фак! Говорю, постойте все на Б, постойте, только заточьтесь, и все на С, ребята, все, одна Катюша осталась. Ребята синей команды, играйте получше, пожалуйста, немножко. Я не могу тащить один.
Остались только три члена Старска. Капитан Вескер, Джилл и я. Нет, он не позаботится о себе. О, черт, эти двери! Эти двери скрывали загрузки на PlayStation, надеюсь, я здесь не буду постоянно, как неудобно. Я играю на геймпаде, потому что играть в это на клавиатуре я не знаю даже как. Я не буду даже стараться играть на клавиатуре в игры. Кипать, шикарно, все, отлично. Отлично. Так, я должен убить этот... Не ускоряется. Так, хорошо, этого зомби я зачмурю сейчас. Двери нельзя скипать! Открывание двери нельзя скипать! Мне нужно оружие. Ну, я подумал, что я... Чтобы пройти там загадку какую-нибудь. Эти козлы свалили, как обычно. Слушайте, здесь столько всего нового, капец. Я не помню этого Resident Evil 1, который на PlayStation 1. Вот этого входа. Так, окей. Ну, экономить патроны на первом зомби я не буду. Holy shit. Чё-то дверь долго открывалась. Как тут сохранялки показаны? Какими дверями? Они обычно должны быть синими или... Ну, какие-то там необычные двери. Синие, желтые, красные. Нет, нет. Там херня большая ходит. Страшно. В жопу ее. Где сраное сохранение? Я только одно видел. У меня три сраных. Не очень как-то по приколу. Не-не. Я не пойду сюда. Рано. Я хочу сохраниться. Я убил сраного зомби. Пойдемте зачморим козла. Как это что-то ставить? Осталось. Хватит мне зомби кидать. Ай, там же еще ликеры потом будут. Ай, привет, ликеры. What the fuck? What the fuck? Я просто тыкнул. А! А нормальную дверь не мог запилить, нет? Обязательно извращаться. Вот. Где сраный сундук? Мне нужен сундук, чтобы сложить туда предметы. Потому что, по-моему, чем меньше сейвов, тем круче рейтинг. Я видел одно прохождение, где чувак с... Естественно, я попробую это сделать. Привет! 12 сраных патронов в зомби! Это что за... Нихера себе! Ага, здесь какой-то пазл должен быть. Комнатка такая небольшая. Квадратная. Я забыл про этого говнюка, который выходит. И блин, зачем мне вообще туда надо было идти? Просто, чтобы его словить скрип... Fuck you, the game HD remaster. Director's Cut Edition. А что я там не забыл? Я вроде все обыскал. Ну пойдемте сюда. Что-то я... Ну еще может быть я нашел его, но я просто не заметил то, что это сундук. Хер его знает. Я не ходил наверх, да? Я боюсь. Очень-очень сильно. Можно еще наружу выйти, конечно, посмотреть. Ну, блин, так наружу будет слично. Я знаю, теперь где обойма. Но я не могу ее взять, потому что у меня всего лишь 6 слотов. Охереть. Я не знаю, куда сложить их. Evil 2. Со всяческими там... сундуками и прочим. А выемку... Я могу назад поставить в выемку? Эту эмблему. Если да, то хорошо, я хотя бы освобожу себе место. Потайную дверь. С часами. Все дела. И вот я думаю, сейчас сохранится мне или не сохранятся. Я не столько всего нашел. Я не помню, что я сделал. Я ничего толком не нашел, я все осмотрел. Это же вообще маленький инвентарь. Тогда. Это ж с собой вообще ничего не взять тогда. Ни патрон. Патроны берешь, пистолет берешь уже и... Но! Он почему-то начинает бежать в другую сторону. Хотя, по идее, должен бежать в ту же сторону, что и бежал. Отлично, ровно 60 FPS. Ну, охереть, игра сви. Не будет идти. Что он забыл взять? Ну, тогда я ключ не смогу взять. А, что я делал не так? Так, на столике вроде лежало что-то. Не понял. Чтобы она не поехала. Может быть, я могу как-то... А пойдемте с этой бабой, что ли, что-нибудь сделаем. Ну что, у нее что-то есть? Короче, я не знаю.
что-то здесь. Потому что единственное, что... Так. Нихера не понял сейчас. Чё я еще могу сделать? Я смогу зайти или там... Или там не эта эмблема нужна? Я даже хз. Теперь мне открылся один проход. Да, задний проход. Самой стрелы. Вот когда... Там написано чек, там не написано действие, там написано чек. Чё чекать-то? Был в первой части. А это говно собачье. Ремастер. Fucking shit. У меня как раз место есть. Скорее всего. То есть нужно вот такой вот ключ, а потому что нужно эмблемы вставлять, окей. Да, эмблемы нужны для чего-то другого. Да-да-да, я за патронами сначала сбегаю, тебе вынесу мозги. Кусок говна. Так, где еще мне... Я хочу найти новую сохранялку и... Стэш. Потому что у меня один NextGen, ребят. NextGen! Интересно, а можно было перезаряжаться в оригинале или... Только зомби. Гоу хедшоты тебе ставить. На самом деле хочу дробовик. Куда я попал? Что? Что это? Там нужно что-то пободрее. Или мне нужно... Ну блин! Я же могу не открыть еще все двери, да? Здесь должна быть машинка, я помню это. Я помню, и стэш должен быть. Оружие, я бегаю с ним. Этот урод сейчас встанет, по-моему, передо мной. И там... мозги вкусно. Или как-то так. Ну, что-то типа того. Пацан, нет. Ну, мазон здесь клёвый. Хорошо, что не поменяли. С первого резидента. Сейчас-то что прогружаться? У меня... Я не понимаю, я могу запустить эту игру на сраном... Мне же через такие пикуля возвращаться. Только подумать. Холи... Где самый первый зомби был? Нет, я не буду пока что сохраняться. Сохраняться за столовой. Level 3, где Джилл открывала все нахер отмычкой. Могла бы с ноги открыть, но ладно. Я не помню, где там что надо. Не могли на карте нарисовать, как, где какой ключ? Вот это опасность. Сейчас будет опасность. Прикинь, если бы за одной дверью был... Так, стойте, я же... Я потерялся. Ладно, я знаю то, что здесь есть предметы. Хорошо на карте подсвечиваются, где остались предметы, а? Я помню это место даже. Нет, шучу. Бегу за зельем, зеленками. Бегу за всем, я там все зачистил. А как я мог сюда попасть раньше времени? Вот сюда. Чё-то я не понял сейчас. Ладно, покружим. Окей. А различных людей на планете Земля. Как я... Короче, я нихера не понял. Можно было все потыкаться на... Ты кульки. Я, пожалуй, оставлю это. Потом пересмотрю, короче говоря. Эти растянутые текстуры, задники. Да не, текстуры такие. Это, кстати, что-то новенькое. Этого не было в Resident Evil на PlayStation 1. Что там было в прошлый раз написано? Половина или не половина? Короче говоря, она бесконечна, видимо. Можно получить каким-то там стрёмным ключом. Ну, стрёмно. Я замечательный человек. Потрясающий просмотр дверей. Он мне так нравится, зашибись. Дверь была, которую можно открыть. Со щитом. Он круче, чем ключ с мечом. Мол, ничего, продержусь без аптечек. Нормально. Профи, все дела, я знаю, такой размаз. Капец. Пошли, я не смогу пройти назад, я знаю.
потому что сломается ручка. Так, ноп, это... Это косяк, что ли? Размазанные текстуры, это просто... Ну, не текстуры, это не текстуры, это задники. Хотя, может, текстуры, может, задники сломается, все дела. Короче говоря, это вход, видимо, в какую-то лабораторию, которая будет доступна по... И там еще с десяток зомби. Где-то я дробовик просрал, видимо. Нет, fuck you, не пойду. Нет. Чесал что-то справа. Ну, давай зомби здесь. Этих сраных... Вот вообще ничего нету, чтобы от них... Куда я попал? Слышно, еще дольше трасы... Нет, надо одну зеленую взять. Лечиться. Нахера я пошел? Так, все. Сейчас возьму одну, подлечусь. Нельзя красным ходить. Какого хера эта дверь так... Отлично. Я подумал, что это спокойное место. Отлично. Место с аптечками. Ты пришел сюда, чтобы взять аптечку под... Кстати. Я не знаю, как она прошла. Но ок. Типа, спасибо, чё? А чё я сделаю-то, серьезно? Я никак не могу от неё отбрыкаться. Как? А, насрать. Антигениально. Пойду собаку убью. Охереть! Собака там выбежала, собака здесь выбрала. Ладно, я не так далеко ушел. Окей. Теперь я знаю, что впереди, если... Я пойду сюда. Все забить. Я думал, что внизу стекло какое-то. А это не стекло. Ключ. Но с... Вот собака женского рода, как ее еще назвать, а? Вот выползла тварь и скушала. Вот, вот вообще. Я могу, может, как-то я могу выращиваться, как в третьей части Resident Evil Redfield на аутиста, если честно. Я сам аутист не туда пошел. Теперь... О, это опять все равно... Нет, слушайте, я... Пока я дробовик не возьму, я сюда не пойду. Нет. Ты меня не возьмешь еще раз. Пока не возьму дробовик, я тебе не буду совать ничего в рот. Ани. Ванной. Да пошло все в жопу. Надеюсь, я сейчас туда иду. Потом я снова жить в карман сраный. Или в зубы взять. Вообще не могу. Это капец, ограничения просто умные. Он такой стоит, смотрит. На меня едет потолок. Давай припад... И вставить сюда. По самое не балуй. По самый, так сказать... Их приводить пример. Примеров. Пойду, короче, получу по щам от собаки опять. Что мразь собачья, она просто вот... Мразь, яга, я бы вас нахер так поджег, вы бы просто охерели, ублюдки. Так, теперь у меня два сраных... Да ладно. Слушайте, надо вырезать это будет. То я чувствую себя немножко неуютно. Мне нравится танцевать на их трупах. Чемушники. Все, все, я... Так, здесь собачка, естественно. Может, я могу убить одну собачку? Потому что знаю, как только я уйду... Нет, как только я приду сюда, сейчас я ей вскрою мозг. Взять и запинать. Почему вот ни одной игры не придумали плана назад, The Space Crew? Там просто можно взять и свой труп... Своего? Да, свой труп тоже, наверное, можно сюда... Фак, это, короче, ком... Где еще нужен... Ключ с мечом? Пас, да? Просто поменять местами. И все. Где-нибудь там Игорь Николаев валяет среди гробниц, который пьет за любовь. Что-то в пазы вставлять? В пазы? В тазы? В
Может, в подвал я могу зайти? Я не помню, я не чекал все лично. Нет, все-таки нельзя менять ключи. Хм. Ну, короче, все двери открыл. Окей. Все норм. Все свои. Ничего. Просто ничего. Так, тут двери есть. Блин, и масло находится в полной жопе. Что этих твоих козлов нельзя поджечь? Пойду засейвлю. Нет, не засейвлю, я открою двери. Use it. Пройти игру без сохранений. И, видимо, одной бутылки вот этого... И я сейчас что-то, по-моему, не наблюдал керосина вот здесь вот. Грибан таскаю с собой. Да, надо было положить ее. Но я сначала хочу... А может всего и на два, на две заправки? Не слава, подождите, я перепроверю второй раз, потому что вдруг я пропустил где-нибудь патроны. Они не подсвечиваются так, как подсвечиваются ключевые предметы. Хм. Где же еще тогда дверь? Ход. Точнее, которую я могу, на которую я могу использовать старый ключ. По-моему, она для чего-то нужна будет. Там для какого-то квеста, что ли? А, все. И куда я приперся? Она не здесь, она, надо вниз идти. Окей. Налево я имею в виду. Внизу, чтобы пропасть вниз, какую-то тюрягу нужны два сраных па... Комод. Это страшно. Это страшнее, чем выпрыгивающий собак. Не, не директор скат, в котором была одна сложность. Изначально нормальная. А потом, когда директор скат вышел, к резиденту... А чё, какая разница? Кстати, я дробовик не выложил. Спасибо. Меня, я хочу спросить, они реально как бы не подумали то, что вот как бы вот эти двери, они многих будут, ну вот, совсем. Миг раздражения такое будет. Надо будет сгонять в одну часть здания, для того, чтобы пройти в одну часть здания, нужно пройти... Вот как сейчас примерно. Нужно... Итак, козлы. Кто хочет работать? Вроде как западная терраса, и там нужно свистнуть на балконе. Вроде как что-то... И теперь потом окажется, что это не она. Че ты врешь? Все врешь. Чем ты сейчас играешь? Это, в общем, располовинивает человека. Или наоборот, пришибает к стенке. Странные фантазии. Но ничего так смешного будет, по крайней мере. Да. Просто бежим туда. Просто бежим. Смотрим, открывающийся. Я скачаю, уже убиваюсь за счет этих дверей. Сраные двери, вонючие двери, я не... Зато смотрите, двери в HD. Вот в роликах, которые... Или... Прикиньте, это не та эмблема. Но ее часто вставляли. Не, а что если эту херню вставить в... Предвижите комментарии. Я сначала поиграю про себя, потом и немножко с измененными положениями предметов, по-моему, и все. И надо выйти на эту сраную террасу и свистнуть, видимо, свисток, да? Seriously, guys, brothers, mothers, sisters. А правда, хз, что это мне даст?
Потому что, по-моему, этого не было в оригинальном Resident Evil. Возможно, вам не нужен этот свисток. Убрать его? А знаете, он нужен. Ладно. Не важно. Чё-то я вообще какой-то нечёткий торный тварь, вот не то что в кавычках, вот в самых больших возможных скобочках. Чё за матрица началась, ёптать? Я вам кто нахер? Я просто Крис Редфилд. А вот... По-любому мне сейчас скажут, а нужен был ключ такой-то. А-а-а, я... Короче, раз он встал, значит скрипт сработал, значит я должен пойти с... Нихера себе он на меня скакнул. Вот это было страхово. Надо фляж... Сырого не надо. Говно собачье. Так, и... Эмблему, я думаю, тоже сейчас нахер уберу. Я... То они бы тоже все тут... Открылись бы такие, опаньки! Труселя бы снял, сложу, не. Это как водка и пиво нельзя смешивать. Я думал, что это ключ с броней. Бронированный ключ. Тигр. Затыщся, тигр, крадущийся дракон. С ручкой открыто? Открыто. Потенциальная жопа с ручкой. И он смешной. Их не так много. А то ты начнешь читать в каком-нибудь виде текстов, которые невозможно читать. А, Dragon Age. И там столько текстов, капец, их читать. Скоты! Фак, я их не сжёг. Я надеюсь, он не встанет. Все, он... Я не знал просто, что так может быть. Мне надо было перед тем, как куда-то идти, мне надо было их сжечь. Сейчас посмотрим, он не встанет. Фух. Хорошо, что кого-то сжёг. Это сохранялка. Скажите, что это сохранялка. Скажите, что это сохранялка. Плиз. И там будут патроны. Плиз. Буду делать ничего. И как раз таки химикаты надо забрать в другом крыле. Да, не, как раз в этом крыле. Сраные красные зомби, блин. Я не знал, что они здесь будут. Я не проходил ни на... О, господи, это же комната с роялем, да? Я знаю, то, что лунный сонат надо сюда поставить. Просто я хочу... Но жил, по-моему, в чем-то другом плакался рядом с лифтом. Он сейчас меня приходит, я уверен. Не, ну он сгорел. На работе. Получи патроны, конечно. Потому что что-то вообще плохо. Здесь этот красный даже не... Я что-то туплю, думаю, что-то мне красный напоминает. Что-то вот здесь напоминает. Назад. Стойте, может быть здесь все-таки есть тайпрайтер где-нибудь, а? Давайте посмотрим на карту. Ну просто запрограммировать, чтобы вот если вот лежит обойма с патронами, ну пусть он возьмет и вот зарядит от нее, ну вот. Интересно, она рассчитана на количество применений или на количество восполняемого здоровья? Бит. Маленький бит. Совсем. Так, а что я могу убрать? Ну, ключ нужен. Их выцвели. Change of colors, капец. Как сложно. Какой... Знаете, сколько дверей сейчас будет открыто? Когда я добегу наконец-то до террасы. Сейчас скажу, вот это раз. Потом... It's so fun. Не, реально, а чего вы не думали, когда они не были? Мне, если честно, надоедало наблюдать, как... Я не знаю, почему люди кричат на Resident Evil 5, если кому-то... Ну, это... Ну, я не знаю. Не, если, конечно, от этого всего избавиться, и чтобы бляха-муха можно... ДЦП стайл. Нахера мне нужен был этот... Я не знаю. Может быть, пройти. Вау, дюд! Я это сделал, чуваки!
Я тебя ненавижу, тварь. Туда-сюда сбегал. Я ненавижу эту срань. Я эту серу сейчас возьму и просто... Все ей будет. Я всю базуку, которую мне дадут, я ставлю ее на срану. Высклонять. Склонить. Нет, склонить это что-то другое. Это склонить. О, вот сейчас, вот сейчас. Вот сейчас, осторожно. Ну, вдруг вы сможете это в двит... Апсирум уже сделал. Но он сам добавился, ребят. Я ничего не хотел говорить. Но он это сделал. Он это скинемся. Ну, он же патриот. И курс рубля в жопе у нас, поэтому я просто в жопу все рубли положу. А, мир, дружба народов. А белорус пусть там успеет досчитать до того, закусить, что было чем. Я не знаю, как шутить, но... А эстонец просто не приедет. А вот как... И это сраное говно мне... Не знаете, мне надо снова проделать тот же самый путь. Кто настолько... Выходи. Resident Evil 4 говна! Resident Evil 5 говна! Resident Evil 6... Кретин. Resident Evil 5 говна! Resident Evil 7... Машу, вать. Почему мне не дали бы искать? Всем гашиш, всем гашиш, это... Ладно, забейте. Такие узкие коридоры, что хер про... Карта показывает, забрал ты все в комнате или не забрал. Скройся. Она как, знаете, как маленький ребенок. А, я ему голову снес. Окей. До свидания. Да нихера себе, этот ключ надо где использовать. Ну вот эту дверь мы не видели, хоть какое-то разнообразие. Я с дробовиком, я предупредил. Ну-ка его в жопу. Не-не-не-не, я не поведусь, я не лалка. Не-не-не-не, ну... Надо засейвиться и вернуться сюда. Но сначала все двери открыть. Ну, итоге. Надо было наполнить все-таки, наверное, фляжку и сжечь их нахер. Сложу все лишнее. Ой, там, слушай, там что-то написано было? Это раньше было? Я что, не заметил? Вы видели, сколько припасов там было? Это видит козел. На самом деле. Надо игру про Вескера, слушайте. Почему до сих пор не додумались сделать игру про... И да, я не сохраняюсь. Совсем охерел. Сейчас у кого-то там... Что? Зачатие моих детей будет проходить на Неморианской впадине. Я хотел сказать, но что-то где-то... Я же говорил, понадобится. Вы чё меня не слушали все? Говорили, сейчас все там орали. Оставь сторонний ключ, оставь! Фак. А чё я вышел? Ну, ладно. Мне все равно здесь ничего не надо. А я в какую дверь... Нет, я зашёл. В комнате с роялем. Мне надо избавиться от этого ключа. Мне надо открыть последние сраные двери, которые нахер его уберут. А здесь, по-моему, шлем нужен. А я вобла, я вобла. Е-е-е-си. Она рано или поздно сломается. Ну ничего, реакция сработала нормально. Я даже не могу посмотреть описание этой картины. Вот что это такое? Писащ. Сраный... Как его там? Как его, господи? Как он называется? Фак. Знаете, что надо сделать еще? Я зря вышел. Потому что я могу взять ее в другой... в другом стэше, который может быть не быть рядом с вот этой... Правда, вот почему нельзя просто проскипать, нажимая... А, я не знаю, или какую-нибудь другую кнопку. Старт. Вот, я не знаю, вот... Я... Козёл! Ведь это так интересно, капец. Ну, если с ножиками что-то надо сделать, я потом вернусь сюда, но у меня уже есть еще два места, куда можно пойти, это щ... Где-то должен быть спуск вниз быть, через какую-то... спальню. Геймплей! Это нельзя вырезать! Вы что, нет?
Вы не ощущаете атмосферу? Вы ощущаете... Обосраться атмосфера, да, чувак? Баба. Чувак-баба. Или баба-чувак. Почему? Просто... Why? Я же еще не открыл те ворота. Почему она... Я пойду сюда. Пусть меня убьет. Пусть меня парализует какое-нибудь говно. Мне нужна газовая... Ну а чё ещё? Логично же. Газовая маска. Находишь, надеваешь, забираешь. Говно. А, фейспалм. А, я подожду. Давай, давай. А то у меня сраных патронов до хрена. Забрать. Скажите, я скажу. Просто декорация. Это, оказывается, химикаты, которые мне нужно заюзать на том... Я выйду и зайду, они заспаунятся снова? Поддержку и прочее. Сюда. Я еще чуть в эту дверь не прошел, в которую мне не надо проходить, которая односторонняя. Я знаю, что мне, в принципе, это не нужно было делать, но я себе открыл... мне еще нужна газовая маска. Пойдемте нальем химиката нахер. Этому растению убьем его к чертям собачьим. Да-да, спасибо, молния. Уже почти обосрался. Так, не знаю, куда эту эмблему надо. Может, ее с чем-то надо скомбинировать, эту эмблему? Укусят мою. Будет очень больно. Ну я просто один раз попытался химик... Ну вот что за дерьмо, а? Вот пять травм. Это специально. Да. Кстати, меня Ребекка будет лечить, если я сюда буду приходить? Пойду сыграю Лунную Сонату, или Крис умеет играть Лунную Сонату, я что-то не помню. Мне там что-нибудь надо? Мне там ничего не надо. Если мне что-то нам надо будет, я их убью. А так нет, в жопу. Что ли, пока тут практикуется. Ну, самое главное, я знаю, что там зомби. Таким образом, мне показывают, что там зомбики. Помню. Но войти-выйти нельзя. Выйти-войти, точнее, нельзя, по-моему. Или можно. Гроба что-то. По-моему, этот как раз... ключ для прохода в... По-моему, она уже нормально играет. С ручкой, капец. Пойду убью тех сраных зомби, заберу эту эмблему, вставлю ее на место говно. Ну, в смысле, в хорошем. Это какой-то странный фи... Да, все, забейте. Какого хера они встали в этот коридор? Почему они не остались в том коридоре, в который не выпрыгнули, а? Вот же паразит. Побегу так. Капец, я могу просто выбегать из хранилища? Ну это говно. Уверен? Не хочу бежать за флягой, поджигать их. Пошли они в жопу. По-любому в комнате Спенсера находится либо маска, либо... Можно выйти с... в сад, потом пройти через... Потом пройти через часы, которые я... Часы. Вот видите, насколько я их ненавижу? Я даже называю их сред. Но он же восьмилапый, поэтому октагональный можно запомнить очень легко. Но, могут быть. Потому что у кого-то мой геймпад. Джойстики уже расхлябаны, поэтому... Стики, точнее. Я не знаю, куда эту эмблему совать. Может быть...
Ой, блин, ответ не открывается просто. Все, оно закрыто. GameCube, видимо, не было аналогового стика, который... В зависимости от того, как ты его отклоняешь, он... Ну, пока... Пойдемте наверх тогда, думать, что можно сделать с этими наживками. Интересненько. Босс-оса. Соснула оса, да? Это же не... Может, я могу скомбинировать? Я просто хз. Тогда она включит вентиляцию. Наверное. Ну, ветер. Только не говорите, что там до сих пор удушье. Не, правда? Куда мне это нести? Ну, я сейчас заберу тогда этот сраный голубой камень. Муторно уже пошло. Я не помню, что Resident Evil 1 был таким муторным. А может, можно исцелить? А, нет, ну там же уже исцелили, уже серума. Уже серума. Хм. Ну, все, что я сказал... Нет, газовая маска это из... Это The Metal Gear 2. Еще где? По-любому где-то есть. Надо вспоминать. Илья, вспоминай. Илья, вспоминай. Может быть, может, часы? Мозги всем скрою. Консервы и банка открыть. Сейчас пойду сюда. Надо вставить ключ. Нет, камень. Ну и ключ кому-нибудь встанет. Еще этот говнюк встанет. Надо было сжечь. До свидания. Видите, отжало у тигра. Чё-то. Сжечь бы того ублюдка. Ну так лень, капец. Лучше я потом потрачу на него патрончик. Фу. 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 Я сейчас просто вот возьму просто. Я слово не буду вспомнить. Сам аутист. Блин. Этот. Выгравирован, щит. Выгравирован. Пошло все в жопу. Каком кверху? Тусят и тусят здесь. Хорошо, что в главном холле никого нету. Если не в главном холле кого-то... Не, не, нет, нет, не здесь, не здесь, не здесь. Это на террасу выход. Я знаю, что вам нравится анимация открывания дверей. Все эти ролики потрясающие. Надо сделать из них нарезку. Кто-нибудь занят всех дверей из прохождения. Делайте все двери, вырезая. Пусть люди смотрят. До начала. Просто до вступления. Спала еще одна дверь. Ой, пока. До свидания. Мамин парень. Ой, смотрите, он пьет. Счастье идет к зомби. No счастье for you. Счастья нет, ребята. Вот видите, зомби дал правильный ответ. Счастье? Нет, Мавроди. Хм. А, стойте, она вернется же, да. Куда она уползла? Уползла? Там попробовал. Там, где рыцари. Придумаю. Скорее всего, First Aid Box просто прибавляет... Не, а нахера он нужен, если First Aid Spray прибавляет тоже хп? Конечно. Может быть, я что-то не увидел? У меня желтого камня нет. А? На полу. Надеюсь, они не от моих друзей, что ли? Логично? Логично. Я не помню, чтобы было что-то связано с электричеством здесь. Ладно. Единственное место, куда я думаю, можно всунуть эту херню, это, пожалуй, кто знает. Просто единственный слот, куда можно всунуть это шестиугольное херню, а он круглый. Хм. Веселый. Обожаю его. Надо научить его командам сидеть, лежать. ПВП я не буду, его не буду называть, все-таки нельзя называть животное кака. Фак, надо было сжигать. По месте почти обыскал, поэтому... Да.
Слушайте, ну я не знаю. Я сейчас пойду. Я не знаю. Ну блин, я все посмотрел. И много зацеев. Я уйду на низкую оценку из-за продолжительности. Ну блин, это жесть. А может мне надо где-то поджечь огонь? Какая-то неочевидная херня. Где просто какая-то херня стоит, ее надо зажечь, это. Ладно, все понял. Объясняю почему. Metal Gear 2, Solid Snake, был такой момент, когда вам нужна была обязательно газ подвинуть. Да. Так ведь? Я давно не сохранялся. Я не хочу все заново проходить. Ну не кликам. Это херня. Так, вот теперь. Без него никак сейчас будет. Не, ну вообще-то можно. Точнее, ну херня для прохода. Через ту дверь, которая... Откуда ты взялся, ХЗ, вообще, я тебя вроде сжигал. Нет, не сжигал. А, не сжигал, точно. Капец. Такс. Господи, это как-то на второй этаж вроде. Так, это мне нужно вставить эту херня из шести углов. И сраные двери, да, есть. Так что я забил на это дело. Сраные двери! Иди дальше. Может он протрезвеет, может ачивка есть за то, чтобы его не убивать. Есть же кнопка бега. Или они как бы... А, стойте, я сейчас попробую кое-что. Не-не. Пусть валяется дальше. Нельзя их убивать при помощи зажигалки. Так что да. Но это единственная дверь, которую могу... Ой, там птички нагадили прямо в двери. Это как птичка летела, чтобы нагадить... Короче, если меня сейчас убьют, это все потому, что Capcom кусок говна. Такс. Что-то мимо этих собачек, конечно, можно пробежать. Пробежать. Короче, насрать. Говно. А, сраный сад. Тут и качаемся назад. Только не говорите, что это говно глючит. Ну блин, так как здесь катсцена была, то значит... Я сюда должен идти. Ну как я еще сюда не... Ну, в общем-то, я не знаю. Может, я пропустил где-то ручку, но я и вроде не... Я вышел в дверь. Нажимая... Идя по стеночке. По-моему, это... Единственное, что есть квестовая, я и так взял с собой. Эту шестиугольную херню. А теперь мы поговорим с вами о том, насколько эта игра потрясающая. Кадр. И иногда просто не знаешь, куда идти. И думаешь, а чё, куда идти? Окей. Нам было просто подойти. Капец. Магнум на хале. Сейчас игра вылетает, мать твою. Все, мне ничего не надо, оставайся здесь. Наедине с собой, молясь. Вас зарезал. Нахерачил я вас на шашлык? Так. Слава яйцам. И будут, я же их не убивал в прошлом. Ну ладно. Слушайте, вороны злейшие враги. Просто опасность везде подстерегает. Я не хочу ни патроны. Надо было взять, у меня же есть. Здесь как раз оно стоит, большая комната здесь. Так, эта херня мне постоянно будет хватать. Или здесь? По-моему, здесь большой зал.
Нет, ты меня не видел! Где-то должна быть комната с хранением. Сбегать за красной травкой? Лучше патроны положили, а? Так, ладно. Пойду сгоняю за красной травкой. Я немножко обосрался просто. Да, я посмотрю два раза эту открывающуюся дверь, она такая потрясающая. У них, наверное, в папке с игрой есть такая потрясающая папка двери. И она весит больше всех. Сишка шипит. Так. Каушен. Каушен. Взял? Херню? На всякий пожарный. Понадобится для чего-то. Ну, одну из двух дырок закрыть. Может, ну его в жопу. Теперь чё на меня нападает, охереть. Бедный Крис, на него нападает все. Я не увидел дверь в туалет. Могу выйти отсюда. Так, я точно помню то, что здесь можно отодвинуть какой-то шкаф. Вроде. О, грёбаные акулы. Акулы! Я сейчас просрал все патроны. Зачем-то. Я что-то сейчас вообще не понял. Рано сюда пришел, по-моему. Блин, ну мало же. Совсем. Конечно, понимаешь, что я пускал молоко там. Нечем уже сражаться. Ну нечем. Давай, дискарди его. Надо было сразу пойти проверить. Потом зайду в ванну. Это сраная тварь снизу. Я как-то на нее попался. Фак, сколько всего мне надо здесь, а? После подлечь. Фак, сраные акулы, это просто жесть. Резидент Evil 1. Но здесь не проплывает сквозь металл, и мне показалось. Ну блин, патрон для пистолета, конечно, хорошо. 30. Ну вроде как. Я могу поджечь чувака, который висит? Так, флягу, наверное, надо оставить, взять свою лучшую аптечку. Как можно меньше юзать спреев. Играю по механике Resident Evil 2, где нельзя юзать спреи. Вот можно скипать открывание ящика, но нельзя скипать открывание дверей. Бывай. Вообще безопаснее было бы закрыть эту дырку, которая с постамента вряд. Акула сраная. Что-то какие-то одноразовые ключи пошли. Как доширак. Потому что когда она мигает, она перестает быть красивой. Зелененько, точнее, все забейте. Нет, я случайно нажал кнопку А. Ладно. Хотя на по-любому миллиард вкусняшек был, который нормал, это изи. Японцы. Сраные японцы. Там же дверь-то теперь открылась. Кискафная, да, Кать? Целая дверь. Это сраная дверь. Дробовик возьми с собой, без патронов он был. Пошла в жопу. Ой, пойду поизгаляюсь над акулами, что ли. И страчу на них. Я знаю то, что это... По-любому мне не хватит, потому что в этот... Я не знаю, сколько в этот self-defense gun входит. Может там один патрон, может два патрона. Использовать даже. Намочили. Лок тут. Или сюда. Сейчас я галерею открою, потрачу ключ, пойду назад, заберу патроны. Это осы насиловали двери. Косяк. Может быть, он был пропитан какой-нибудь... От этого же уже все избавились, да? То есть тогда еще, может быть, это... Ну, чтобы взять красную карточку, пришлось бы выбросить, допустим,
дробовик. Вы бы такие... До свидания. Пока. Прощай. Бай-бай. Гоняется. Может, это сестру Олсен? Просто ливы в жопу, понятно. Пойду я положу все назад. Говно соб... А, нет, стойте, они мне не нужны были. Вот я иду в одну сторону, а ну... Сколько я уже использовал? Ну, кроме тех моментов, когда мне не надо было ее использовать. Со мной! Ублюдок! Надо было сохраниться. Они так сапавно летают, капец. Окей. Ну чё, есть-то? Поебанус. Ну, около 20 зомби. Нет, не 20 зомби. Нет, ну 2. Откуда эти-то прилетели, если я всех убил только что? Я не всех убил, потому что отравился палёной водкой. Капец. И знаете, если я когда-нибудь так в туалет буду за... Мне реально взять инкрибан и сохранить... Ну да, я думаю, сейчас будет битва с растением 42, наверное. Но, видимо, за химикатами. Тёмно-коричневый. Из синего. Может, мне даже не надо смешивать, может, какой-то код просто был. Так. Хотя нет, так будет нагляднее. Постоянно выходить, заходить. Пойдем паутишку убьем, пойдем паутишку убьем. Так, опять эта херня меня сейчас лопает. Я пожалуй сюда. И пауки они отравляют, уроды. Поэтому... Такс. Сейчас замутим травы. Паучишка. Я тебе покушать принес. Свернусь за патронами. Че, дебил патроны оставляет этому сраному пауку? Он как возьмет дробовик, пойдет на собачьи. Канадская их срань. Вот, там единственное, что осталось, чтобы его фильм вообще... Просто подойду и сожгу херчам собачьим. Ну что-то я не понял, столько всего. У него мебель, дочь, жену. Из дробовика. Пьяница поганый. Думает, что у него белая горячка, он на самом деле тусит на... Если какая-нибудь скотина украдет... Здесь гномы нужны, которые у меня должны красить все это дело. Прикиньте, если бы у персонажа Silent Hill было бы 100. Осталось 2 синих трав. Я не знаю, куда мне столько синих трав. Эх, я бы еще с акулками. Фак, я забыл про это совсем. Зёл. Нихера сделать не может! Ублюдок ДЦПшный, аутистка! Сдох. Кривая жопа. За чё ты схватился-то? Яйца в другом месте, кретин. Это все, что у тебя осталось. Нет, только ты мажешься нахера, я заходил в эти двери, я не знаю. Чё-то я еще не нашел, что ли? А чё еще я мог не найти? Ну это сраная комната, которую надо... По-моему, мне должны огнемет дать. Чтобы я мог сжечь это говно. Вот оно для чего. Вау. Охереть. Охереть. Ну что-то я даже не подумал, что эту книгу здесь можно применить. Что это? Фак. Именно как... Нахер знает куда-то. Охереть. Засунуть. Я думал, ее где-то дальше надо использовать. Ну я ее открыл, посмотрел внутри. Ну хотя обязательно. Она мини-юбку надела и затусила, в общем, с Немезидой. Просто у них как бы ролевые игры были. Она про эту говорила? А ты сейчас мне очень поможешь, капец, вот приготовить это снадобье. Ну не снадобье, яд в смысле, и отравить это говно.
Так изи просто. Ай, заджил на нормале пройду. Что-то реально легко. Ой. Тропавик. Сейчас соберу это сраное убрать. Святой. Великолепный. Убийственный. Побегал вокруг. Убил нахер. Он открылся такой, опа, ноги раздвинул, все дела. Вескрыдин пошел выносить Ребекку. Иначе игра превратилась в ты хлеб. Я не знаю, зачем они здесь нужны. Кто мне может отравить здесь? А, здесь может потом будут какие-нибудь кровососы. Знаю, что я отравлен. Магическим образом? Идти к гадалке, покупать дилы. Сраный змей. Он еще что-то там оставил мне? Или там как раз таки... А как они войдут? Все, починил косяк, но вот это вот... Жесть. Эй, Вескер, я тут... Лемку он тогда бы не выбежал. По-любому. Да не, говно. Или это старое сообщение? Нет, если я оставил, я бы не против был бы. Да, пойду-ка я заберу эту метрическую херню. Я надеюсь, хоть... Хантер, а ладно. Починили косяк. Мне еще раз сказали то, что починили косяк. Я сперва... В принципе, у меня еще и в инвентаре есть косяк. Там. Ну, дай, бич. Дай, бич. Сейчас мне показывают... То, что... Да. А почему мне до сих пор нужна эта, которая крутилка... Не найти, если вы пропустите ту могилку. Так что можно и без... Этого растения, без... Да. Я стопудово... Я так сразу и хотел, просто передумал по пути. Не-не-не, я как бы... Дверь. Надо давать... Yes. И за этой дверью нихера не отдавить. Потому что... Я хз. Я не могу это сделать. А это значит что? Что мне нужно идти в левое крыло? Фу, я не могу просто двигать персонажа в нужном направлении, и мне времени не хватает. Нам надо какой-то под... Привет, мышка. И да, я поставил скип на двери. Скип на двери. Скип на двери. Скип на двери. Так глупо выглядит. Вау. Конечно, спускайся. Теперь я без потрошек. Не кретин. Пока что. Пока что не кретин. Сраная. Почему он спрашивает, хочу ли забраться по лестнице? Да, конечно.
А представляете, если бы мне пришлось идти до стэша, это же поручень тот. Если я еще что-то...